13 лет здесь делают косметику, от декоративной до уходовой. На предприятии четко выстроен производственно-технологический процесс, строгий контроль качества. Есть своя лаборатория, штат технологов и инженеров. Мы вот производим косметику от А до Я, то есть мы не разливаем, мы имеем свою лабораторию, свои технологии, свои инженеры-разработчики, которые разрабатывают косметику. В специальных реакторах варится продукт, затем в соседних цехах специалисты выполняют колеровку и фасуют готовые партии. Оборудование установлено российское, итальянское и китайское, но постепенно предприятие переходит только на отечественные мощности. В 2023 году установили новую разливочную линию, изготовленную в Санкт-Петербурге, и стикеровочный аппарат из Нальчика. Здесь на этой машине, это российская, купили в этом году, та китайская. В Ижевске купили, она очень хорошая. То, что может делать, не может делать китайская машина. Да. Это бисерная машина. Индустрия красоты в России активно развивается. Появляется все больше качественной продукции. Но на достигнутом руководители не останавливаются. В наших планах выходит на рынок Ближнего Востока в первую очередь. Это Арабские Эмираты, Оман, Северная Африка, Марокко. И через Ливан мы хотим выходить на африканский рынок. Уже есть первые шаги, вот есть первые клиенты. В поддержке и расширении производства округ заинтересован. В планах строительство общежития для сотрудников, организация выезда с предприятия и увеличение объемов энергопотребления. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова».